Доброе утро! Сегодня мы приготовим традиционные бабушкины оладьи из кабачков. Нам понадобится кабачок, яйцо, мука пшеничная, соль, перец, сушеный чеснок, оливковое, сливочное или растительное масло. Для соуса сметана, укроп. Кабачок у нас молодой, свежий, и мы можем натереть его прямо с кожурой, чтобы получить все витамины. Трем мы на крупной терке. Получилась вот такая масса, нам нужно слегка ее посолить и отжать. Полностью отжимаем. Добавили яйцо, чуть-чуть для аромата сушеного чеснока, небольшое количество соли. Также мы добавим перец молотый, чтобы было вкусно и остренько. И добавляем муку. Сейчас я буду обжаривать наши оладушки. Я использую оливковое масло, но вы можете использовать либо растительное, либо сливочное, как будет вам удобно. Мы сформировали наш оладушек. Сковородка у нас прогрелась. Приготовим соус. Мы добавили укроп к сметане, соль, перец. Все это перемешиваем. Оладушки готовы. Мы выкладываем на тарелку. Для украшения цветы, микрозелень, для того, чтобы наше блюдо нас радовало и поднимало нам настроение с утра. Наслаждайтесь вкусной едой. Хорошего дня вам!